Вручать медали и почетные грамоты Сакену Канабекову сегодня приятно вдвойне. Ими заместитель акима области в преддверии 8 марта награждает прекрасную половину Департамента государственных доходов. Без профессиональных сотрудниц, отмечает Канабеков, такие высокие показатели отделов вряд ли бы состоялись. Дорогие милые женщины, примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта. Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, семья, верность. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, на достойные дела, на творчество. Желаю вам счастья, любви и здоровья. Бахтыгуль Толимуратова работает в таможенных органах более 20 лет. Эта награда, медаль за заслуги, для Бахтыгуль почетная, хотя далеко не первая. Я люблю свою очень работу. Было разных много сложностей в работе, но мы их преодолевали, как всегда. В этот весенний праздник я хочу всем женщинам пожелать женского счастья, здоровья, благополучия в семьях, радости побольше и цвести всегда, как весна. Награждают сегодня не только представительниц прекрасного пола. Медалями за заслуги были отмечены и сотрудники таможенного управления Ержан Белесов и Гани Агатаев. 25 января этого года они вызвали людей из горящего автомобиля. По дороге, не доезжая Чимкента, 10-15 километров, произошла авария. Вот машина загорелась. Мы как раз проезжали мимо, увидели это. Остановились, бросили спасать. Вытащили двоих людей. Ну, хорошо, еще рядом были там люди, чуть-чуть помогли потом. Медали областного акимата сегодня получили 7 сотрудников департамента. Еще 35 специалистам вручили грамоты и благодарственные письма.